Привет. Придержите дверь. Они так и не поменяли админский код, который я установила в том году. Растяпы. Ага, значит, дверь номер два. Адаптоид. Впервые в жизни его вижу. Карлтон собирает здесь армию. Главная лаборатория. Твою мать. Надеюсь, это не наша девочка Моника. Надо попасть туда. Они покидают здание. Я рассчитывала на хорошую драку. Кабинет Моники. Тук-тук, есть кто? А вот и ты. Похоже, они охраняют что-то важное. Здесь мило. Теперь мы знаем, кто за всем стоит. Годы работы под прикрытием, а в командный центр АИМ меня приводит девочка из Джерси-Сити. Адаптоидов финансирует государство, роботы вместо солдат.
Эти кретины сами оплачивают военный переворот. Типичная дверь лаборатории суперзлодея. Лаборатория Моники. Надо узнать, где держат девочку. Где панель управления камерами? Попытаюсь открыть журнал данных. Ты о чем вообще думала? Сидела бы тихо. Конечно. Ладно. И где ты? Темный Терриген. Твои лекарства не работают, Моника. Тебе нужны ее силы. Она чуть живая. Ты больше не ищешь лекарства. Формула поддерживает жизнь в нелюдях, пока ты копируешь их силы. Это предлог для продолжения экспериментов. Сбор суперсил для адаптоидов. Надо найти Камалу. Ну что же. Что-то новое. Вряд ли мы сможем договориться. Отрывайся от друзей. Не сосчитать, сколько раз мне хотелось начистить вам рыло. Это даже приятнее, чем я думала. Thank you.
протокол деконтаминации. Класс, надо выключить газ. Работает. Газом разобралась. Считаем это компенсацией за посещение заседаний. Дорого ли обойдется АИМ наша схватка? Обойдется АИМ наша схватка. Думаю, Камала в центральном блоке. Поживее! Играть со мной в прятки бесполезно. Теперь в программе «Побег из тюрьмы». Похоже, большинство уже перевезли. Хоть бы Камала была здесь.
свалили. Что ж, мне еще не надоело. Надеялась на встречу. Убийственный взгляд. А как же? Эй, полегче. Никаких тайм-аутов, трос. Слабо. Если у Тарлтона есть целая армия таких, то лучше. Попробуй меня остановить. Говорю, попробуй. Это что, все? Следующий.
Взламывать замки было куда проще. Этот проход ведет к камерам нелюдей. Танцовщица. С амплуа черной вдовы пришлось расстаться. Долго же ты соображала, а я-то думала, ты мозг этой операции. Верно. Приятно, когда тебя ценят. Тогда, может, расскажешь мне, чего добиваешься? Может, Таскмастер на это и попался, но от меня подсказок не дождешься, Рона. Тогда рискну предположить. Вы с Джорджем используете нелюдей для своих адаптоидов. Восстановительная формула не дает им умереть, пока вы выкачиваете их силы. Отчасти так. Но мои замыслы куда смелее. Заменить Мстителей. Не все вертится вокруг вас. Shoot!
Нервный паралитический газ. Надо как-то его выключить. Я уже сыта тобой по горло. Я еще не закончила. Где девочка, Моника? Ой, все не так просто. Куда вы увозите нелюдей? В безопасное место. Я не отдам тебе свои игрушки. Конечно. Люди для тебя игрушки. Слова преступного гения. Еще не отрастила злодейские усики? Смейся. Все это сделала ради будущего человечества. Твои заключенные тоже человечество. Побочный ущерб неизбежен. Кому как не тебе это знать? Я уже слышала этот аргумент. В итоге кто-то непременно гибнет. У тебя богатый опыт. Что это еще значит? Я тоже! Достаточно людей, чтобы замстить. Ущерб от вас не помнила! Мне больше не нужны. Видимо, нужны, раз ты держишь людей в клетках. Я вела себя как байка. Наконец я могу надрать тебе сам.
ответишь за это все. Куда ты могла увести нелюдей? Какая любопытная. Проклятье. Ты так просто не отделаешься. У нас тут особые гости. Свяжите ее. Она идет с нами. Кого подбросить? Наконец-то. Эй, девочку-подростка видел? Темные волосы, такого роста. Да, там, в камере. Но с нами она не пошла. Ладно, беги. Камала! Черная вдова? Что, что вы здесь? Идем. Надо уходить. Я вернусь домой. В Джерси. И что я себе напридумывала? Я не герой. Тут полный квинжет людей, которые скажут иначе. Я потеряла контроль. Я теряю сознание. Это провал. Слушай. Все делают ошибки. Если честно, в Джерси тоже был не мой звездный час. Танцовщица? Слушай, ты и так герой. Осталось убедить в этом саму себя. Ладно, пора выбираться. Как ты? Простите, я облажалась. Ничего. Может, ты пойдешь внутрь? Танцовщица? Рада тебя видеть, Брюс. Ну, как тебе это дерзкое спасение в последний момент? Соскучился по комплиментам, Тони. Встретимся на капитанском мостике. Мы застали Аим врасплох. И надо не упустить это преимущество. Ладно, любезности потом. Понял.